подари нож. Подари нож. Значит, я говорю, не подарю. Потом, в конце концов, значит, я его спрятал под матрас, когда лёг спать. В армии, можно представить, под матрас спрятал. Значит, с утра нет. Я точно понимал, что у него, я тогда только второй день, как я приехал в эту воинскую часть, у меня еще не было контакта. Начальство не пойдешь.